Сегодня с нами на канале присутствует заслуженный мастер спорта, международный гроссмейстер Аркадий Миронович Плакин. И я вам передаю слово, Аркадий Миронович. После моего успешного участия в третьем чемпионате Советского Союза по пиротехнике, который проходил в период 56-58 года, потом занял третье место, это дало мне право принять участие в отборочном турнире, так назывался полуфинал СССР. Участие в полуфинале СССР тройки победителей давало право продолжать дальше борьбу в главном финале. В этом отборочном турнире полуфинале СССР мне удалось удачно выступить, попасть в главный финал СССР и выполнить норму мастера спорта СССР. Это мой был первый дебют в чемпионате СССР. Это было в 59 году. Это первый мой дебют в чемпионате СССР. Этот дебют мой проходил в городе, у нас, в нашей республике, в городе Минске, в 59 году. Там я выступил, более-менее считаю, впервые выступил успешно, занял 4-5 место. Это впервые участвую там, это, безусловно, был хороший результат. После этого моя шашная карьера пошла, как говорится, в гору. Мне приходилось постоянно принимать участие в чемпионатах СССР. За всю свою спортивную жизнь я принимал участие в 29 чемпионатах СССР. Из них я 4 раза выходил победителем, много раз был призером. Было много интересных и других соревнований, кроме личных чемпионатов. Дважды был победителем участников и победителем в составе сборной команды Беларуси в Кубках СССР. Тогда это было очень тоже престижное соревнование. Дважды выигрывал личные чемпионаты, малые чемпионаты профсоюзов. Приходилось много принимать участие во всевозможных соревнованиях, приглашенных и прочих. Вот я хотел бы показать вам одну из партий из чемпионата СССР, который проходил в 86 году. Это продемонстрирует позицию, которая стоит вот это на доске. Мой противник, мастер Васищук из Латвии, с которым я играл белыми, партия проходила в таком сценарии. Вот эта позиция, которая возникла после хода c3d4. Мой противник, если он правильно сыграл, поменялся, отдал шашку сюда и поменялся уже 5-4, получила бы совершенно равная игра. Но он почему-то захотел сыграть по-другому. Сыграл c7-6, рассчитывая, что если белые нападут, то он проведет этот удар, отдаст сюда и туда. Этот удар тоже ничего хорошего не давал черным. Однако он просмотрел такую комбинацию. Сыграл c6. Здесь последовал неожиданный удар у белых. А дальше hg3, шашки. Вторая, а дальше fg3, побили. А дальше сюда. А дальше еще одной шашки. Сюда. И белые бьют, называется, как говорится, колесом все шашки, отрезая все шашки противника, и позиция у белых выиграна. Ну, это один из фрагментов в одной из партий, которая проходила в чемпионате СССР 1986 года. Хорошо, спасибо, Аркадий Миронович. Встретимся с вами в наших новых видео.